Всем привет, друзья мои! Здравствуйте! Мы находимся с вами в республике Гаити. Это невероятно, но я все-таки посетил одну из самых опасных стран в западном полушарии. Только что я где-то 2 часа, может быть чуть меньше, пытался выйти из Доминиканы. Меня хотели оштрафовать. Им это почти удалось, но я все-таки вышел с честью из этой ситуации. Я пропустил свой автобус, он уехал без меня. В общем, было много приключений. Потом я еще сэкономил деньги на входе в эту страну. Она чертовски бедная, очень несчастная и очень проклятая. Она чертовски грязная. Вот идет, смотрите, или свадьба, или похороны. Вы видите? А, это похороны. Да. Ну, бывает и такое. Что ж. Если вы смотрите это видео, значит, со мной все хорошо. Я уже вернулся. Не волнуйтесь. Со мной все отлично. А будет еще лучше. Если вы не знакомы со мной, меня зовут Олег, либо Алекс, я странствую вокруг света уже 8 лет, 8-й год пошел, и был уже в 80 странах. Но сегодня я заехал в одну из самых опасных стран, вообще в самую опасную страну западного полушария, то есть нового света. Называется она Республика Гаити. Тут постоянно землетрясения, тайфуны, ураганы, недавно убили президента, ну и так далее. В общем, я не буду нагонять на вас страху. Следите за новостями и за моими острыми репортажами. Впереди очень много интересного, это я вам обещаю. Мы едем с моим новым шоколадным товарищем, разумеется, бесплатно, мы едем прямо. То есть в направлении города, куда я держу путь. А она очень-очень грязная, очень опасная. Значит, очень нестабильная. Вы видите грязь слева, да? Слева по дороге, смотрите. Видите, бутылки лежат в кювете. Нужно, простите, иметь стальные яйца. Либо отсутствие головы вообще, чтобы поехать по своей доброй воле сюда. Сюда боятся ехать даже миротворцы и Красный Крест. Надо ехать сюда или с охраной, или с оружием. Ну, это пожелание для нормальных людей. Так как я слегка ненормальный, я профессиональный путешественник, у меня другие стандарты и измерения. Я надеюсь, что со мной все будет хорошо. Я в этом абсолютно уверен. Значит, мы двигаемся прямо, я надеюсь, мы движемся правильно. Я бы продолжил дальше, но мне надо проверить, правильно мы едем или нет. Впереди много интересного, друзья. Оставайтесь на связи, не забывайте подписаться на этот канал, ставим колокольчик, жмем его в черный свет, ставим лайк этому видео, делимся роликом с друзьями. Всех целую, крепко обнимаю, пускай над вашей головой будет всегда мирное небо. Простите, что я говорю по-русски, но, к сожалению, у меня все подписчики из России, либо русскоязычные. Так, увидимся, впереди очень много интересного. Добро пожаловать в новую страну и добро пожаловать на мой канал. Мои друзья, мои родственники, не переживайте, со мной все хорошо. Если вы это смотрите, значит, со мной все хорошо, я уже вернулся.